Давеча, и мы продолжаем. Для кировских экоактивистов будут искать новое помещение. Открытие будущего центра «Экоцентра» сегодня обсудили представители Куприта и волонтеры. Пункт по раздельному сбору отходов больше года работал на улице Молодой гвардии. Но его закрыли из-за отсутствия финансирования. Деньги на аренду и зарплаты сотрудников выделял рекоператор. Куприт поддерживал активистов весь период работы экоцентра. А сами волонтеры участвовали в грантовых конкурсах. На встречу с Купритом собрались активисты из разных районов города. Также были приглашены городские депутаты. По итогу обсуждения было принято решение продолжить совместную работу. Первая и самая актуальная задача – найти для экоцентра новое помещение. Мы договорились о сотрудничестве, о взаимном движении в направлении развития раздельного сбора отходов. То есть экоцентр будет жить, мы будем его поддерживать, будем привлекать к общему движению активистов со всего города. То есть были названы разные варианты размещения. Да. Хотелось бы, чтобы все-таки это было доступно для горожан всего города, чтобы это не отдаленные районы были.